Что-то, конечно, драться, потому что у тебя нету этих чуваков каменных. Сейчас посмотрим, выиграем. Да, выиграли мы. Хорошо. Но нам нужно и все-таки поставить. Да, Дуда Плей. Всем привет, ребятки! Вы на канале Дуда Плей. Мы сегодня продолжаем играть в игру под названием Grow Castle. Ну что ж, отправляемся сразу. Так, давай. А, нет кристаллов. Почему? 10? Ага. Всего... А, у меня 4 кристальчика осталось. Ну, ладненько. Так, давайте наших работяг. О, смотри, у них сколько вылазит. Очень много этих троллей. Ёлки-моталки. Раньше столько троллей не было. Офигеть. Ладненько, давайте. Давайте воевать. Воевать с этими оболтусами. Ё-моё, смотри, как меня начали побеждать. Офигеть, за что? Почему? Ёлки-палки. Вообще уничтожили. Ну, давай еще раз попробуем. Сейчас посмотрим. Ну, навряд ли, конечно, но попробуем. Вдруг выиграем. Надо улучшать мне все-таки замок, я считаю. То, что на каком-то периоде развития замка у меня будет улучшаться. Я буду добавлять более новых чуваков себе. Ё-моё, смотри, сколько летит. Смотри, не знаю. Навряд ли мы, конечно, выиграем, но все равно. Не-не-не-не-не-не-не. Смотри, а мы можем и выиграть. Победа. А почему только что победа не случилась? Так, давай сделаем. Может, здоровье увеличить? Или деньги? Давай деньги увеличить. О, 50%. Хорошо. Так, это у нас получается сейчас за деньги, да, я играю? Хорошо. Так, давай улучшим сразу замок. Раз, два, три, четыре, пять. О, мы сейчас нормальный замок улучшим. Так, все, денежки кончились. А, давай улучшим тогда лучников. Вот, хорошо. И отправляемся дальше. Да, мне... Ну, подожди, у меня... А, нету, нет. Только 5 алмазов, 7 алмазов нету. Возможно... Мы улучшим замок, и у нас добавится еще одна полосочка. Но это не точно. Сейчас посмотрим, сможем ли мы этих чуваков победить. Не, надо этих все-таки вызывать. А, друзей моих. Да. Сейчас их вызовем. Потому что это тяжело-то, конечно, драться, потому что у тебя нет этих чуваков каменных. Сейчас посмотрим, выиграем. Да, выиграли мы. Хорошо. Но нам нужно и все-таки поставить сюда вот этих вот ребят. Так, давай вот сюда вот этого зелененького. А сюда красненького. Ну, так попробуем. Либо по-другому сейчас поставим. Вот так вот сделаем. Все. Хорошо. А, вот, смотри, у нас еще один чувак добавился. Ну давай, знаешь, все, куда, кого поставим сюда сейчас? Какого чувака? А этого можем мы сюда поставить? Нет, он у нас уже стоит. Ладно, давай вот этого. Я не знаю, что он будет. Все, мы его поставили. Посмотрим, чем он занимается. Блин. Ё-моё. Не то я сделал, конечно. Ладно. Сейчас все переделаем. Ребятушки. Конечно. Ну, тут ладно. Сейчас сделаем. Сейчас кого-нибудь я поставлю. Кто у меня раньше был прокачанный чувак? А прокачанный чувак у меня есть. Все, сейчас быстренько победим. Есть. И сейчас кого-нибудь сюда поставим. Так, вот эта лучница у меня, она стоит или нет? Да, стоит. Так, кого же мне поставить? Ага. Может, вот этого с ракетницей? Точно. Во, хорошо, пусть он здесь стоит. А, знаешь, даже я бы вот этого сейчас переставил бы в другое место, вот этого чувака. Сейчас я его переставлю. Где у меня золото? Вот сюда. Хорошо, вот эту чувиху. Где она у меня? Вот он, она, ангел. Мы ее сейчас сюда поставим.
Ага, сейчас только главное ее найти, как неудобно сделали, капец. Где это? А, вот ангел. Мы ангела сюда поставим. А сюда мы поставим с барабаном чувака. Где? Вот он. Вот сюда мы его поставим. С барабаном. Хорошо. А сюда мы поставим, знаешь кого? Так, секунду, где? Где он у меня был? Чувак этот. С ракеткой. Ага. А это что делает? Увеличивает... А, увеличивает время маны? Нет, не то. Ой, сейчас он у меня... Ё-моё, как неудобно, а. Давай заново искать его, этого чувака. С ракетой. Вот он с базукой. Так, этого сюда с базукой ставим. Все, хорошо. Мы его даже апнем сейчас, улучшим. Во! Поехали, ребята. Посмотрим. Ага, он так вот выбирает и стреляет. Ё-моё, прикольно. Сейчас должны побеждать теперь. Улучшили мы замок. Замок можно будет еще улучшить. Конечно же, почему бы и нет. Давай сразу сюда. Постреляем. Ой, как хорошо, какой он мощный. Какой он мощный. Ой, ребятки сверху, смотри, полетели. Плохо, что ему нужно выбирать постоянно место. Вот это вот мне не нравится. Опачки. Этот дурачок прибежал. Так, быстренько, быстренько, быстренько. Ё-моё. А, смотри, все равно победили. Хорошо. А, давай улучшим, значит, здесь... Дамаг увеличим. Во. Так, все, увеличили дамаг, хорошо. Катку выбираем. Где у нас катка, которая будет завоевателей? Вот она, катка завоевателей. Здесь надо будет нам решетку поставить сюда. А, нет, давай сюда решетку поставим. Блин, а где эта красная штука? Вот так, хорошо. Так, это не ставится сюда, да? Это тоже сюда не ставится. Ага. Так, давай попробуем улучшить сетку. Апгрейд сделаем. 80 тысяч. Есть. Сетку мы улучшили. Так, и сюда мы поставим чувака какого-нибудь. Ну, давай этого поставим. Того же самого чувачка. Секунду, сейчас я его найду. Вот, вот этого. Да. Сейчас мы его улучшим. Так, это что такое было? А, ему можно колечко дать какое-нибудь? Так, а здесь ничего нет у меня. Ладно. Все. Поставили. А сюда что можно поставить? А которое, что у нас денег нету, да, на этого? Ага. Так, нужно убить босса. А, босса убить. Ё-моё. Ладненько, отправляемся на карту. И попробуем вот этого чувака замочить. А, где герой? Вот он. Так, получили деньги вообще. За что, фиг знает, короче. Ну, пойдет. Начинаем драться. Так, давай сразу сюда отправим снарядики наши. Ой, как хорошо он стреляет, молодец. Так, а что у нас там? А, против героя, мы деремся с героем. Ага. Нам нужно героя этого убить. Он, наверное, появится потом в конце. Слушай, возможно, возможно. Может быть и нет. Сейчас подождем, подождем, ребята. Должен же появиться этот герой. А, вот он такой вот герой. Что за герой странный? Давай сейчас мы его побьем. Все, победа. Что мы получим? Флайер орк, орка получили. Угу. Хорошо. И куда нам этот орк? Куда мы его можем поместить? А здесь поселение. Попробуем взять за поселение за 200. Давай. Ох, нифига, какое поселение интересное. Ё-моё, они еще и стреляют. Сейчас посмотрим, попробуем. Ё-моё, попробуем выиграть или нет, я не знаю. Офигеть, я такое вообще первый раз вообще вижу.
чтобы на нас так еще нападали. Капец, нифига, не знаю, выиграем мы или нет, ребята. Они прям мочат нас. Прям очень-очень мощно. Так, все, пошли. Нет, мы этот замок не сможем завоевать, потому что он, видишь, какой интересный. Нифига себе. Нам нужно улучшаться. Конкретно причем. Ё-моё, проиграли. Проиграли просто так. Просто так. А вот этот, давай посмотрим за 2000 тогда. Кто это тут такой? Ох-ох-ох-ох-ох-ох-ох. Нифига себе. Все, а что у нас сразу? Сразу замочили. Так, давай, значит, улучшим лучника. Все. И просто будем воевать. Так, у нас алмазиков нет, ничего нету. Ладно, попробуем так сейчас. Заработаем денежку. Давайте. А, я сейчас всех буду отправлять, да и все. Так, вот этого чувака давай сюда. Ой. Кто-то мимо пострелял, конечно. Так, лучницы. Лучницы мы пошли. И вот этих всех. Всех ребят. О, птички против птичек. Вон еще птички. Алло, птички, куда вы улетели? Молодцы. Давайте, пока у вас силы есть. Вот. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, какой чувак прибежал. Слушай, подожди. Сейчас я тебя постреляю. О, получи. Все, кончился, умер он. И мы сейчас сможем с вами улучшить еще одного лучника. Есть. Еще 3 лучника у меня остались. Надо их тоже будет улучшить. Ну, в принципе, все. Будем сегодня заканчивать серию. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. В следующем ролике я кому-нибудь передам привет. Кто напишет, передай привет. Всем пока.